Олег, что мы будем делать? Сейчас мы будем, значит, проводить мастер-класс по разделке морского ежа и гребешочка. Олег пошел вылавливать гребешков ежей для мастер-класса. Вот здесь тоже такой красивый аквариум. Так, с кого начнем? С ежа. Самое сложное. А мы не ищем легких путей. Он не колкий? Вообще он колючий, но он не ядовитый, но лучше, конечно, не сжимать. То есть ежа нужно просто положить на ладошку, слегка прижать, чтобы он не крутился. Боже, он живой же. Ну, у чего нет глаз, у того нет нервов. И просто изъять саму икру уже непосредственно изнутри.